Да, все прекрасно знают, каждая команда, и мы, в частности, что ЦСКА достаточно хорош, хорошо играет, хорошо двигается, в Варане хорошо играет. Вот, мы, как бы, так скажем, допустили меньше ошибок, чем команда соперника, поэтому выиграли. Где-то настырнее были, где-то... Да мы просто хотели больше выиграть эту игру. В конце не то, чтобы отдали игру, а стратегически больше подошли к удержанию счета. Сложно ли было в последние минуты? Ну, конечно, сложно. Это, во-первых, это эмоциональное сильное напряжение, физическое напряжение. Но, как бы, все молодцы. Ребята сегодня сражались, бились друг за друга. Команда единая была, поэтому и результат есть. А насколько после таких побед команда дух еще больше поднимается? Потому что мы знаем, что и сложные, и поражения, и, как бы, очень сильные такие классные победы, они только укрепляют команду. Я не знаю, насколько поднимает какой там уровень от по шкале по какой-то, но это в любом случае поднимает и положительно сказывается на всей команде. Коллеги? Коллеги. Скажите, пожалуйста, почему так много удалений было, как считаете? Почему так много удалений? Со стороны обеих команд, да, или с нашей стороны? Со стороны обеих команд. Ну, сегодня вы видели, то, что хорошее движение было, у нас тоже хорошее движение было, где-то соперник не успевал, поэтому приходилось, как бы, фалить.